Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу мод, который управляет мебель Minecraft Pocket Edition. Ну, это только первая версия мода, и поэтому у нас здесь будет всего лишь 4 вещи. Но первая вещь, это у нас, как видите, плита, которая выглядит очень качественно, но сзади у нее нет ничего. Дальше у нас идет мини-столик, который выполнен довольно качественно, и внутри у него стекло. Дальше у нас уже идет такая маленькая черная табуреточка, на которой мы, наверное, сможем уютно посидеть. Вот, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Но, к сожалению, я ошибся. Модели чего не доделали, так как мы летаем в воздухе. Так, ну, идем дальше. И на этот раз у нас еще один столик. Ну, этот столик, как и тот, только этот столик уже без стекла. Но смысл один и тот же. Вот. Скачивайте, оценивайте. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.